Приветствую всех из Одессы. Сегодня 22 июня 2023 года. Сегодня ночью Одессу и Одесскую область атаковали дронами камикадзе. У нас было две воздушные тревоги. Первую объявили из-за взлета стратегических бомбардировщиков Ту-22, но по нашему региону они не атаковали. Вот. А уже последующую воздушную тревогу сразу же только дали отбой. Минут через 10-15 объявили вторую тревогу. И причина как раз таки была атака дронами «Шахет». По официальной информации, которая известна, три дрона удалось сбить, но также есть и прилеты в Одесской области. Прилет был по складскому помещению. Сообщают о том, что обошлось без раненых, без жертв, и пожар ликвидировали. Такая информация. В Одессе все спокойно. Я на связи. Обязательно подписывайтесь на канал. До встречи.